Я вам предлагаю оставить, чтобы техникум здесь возродить, и люди не уезжали из города. Нам надо посмотреть, как мы себя видим здесь, профессии какие будут появляться. Я точно вижу сельское хозяйство. Оно будет только вверх идти, поверьте. Сельскому хозяйству надо относиться вот не как раньше. Это серьезные, высокотехнологичные профессии. Там зарплаты будут расти. В селе будут только расти зарплаты, потому что усложняется вид работ, который требуется. Говорят, оборудование становится сложно. Вот сейчас то хозяйство, которое будет на 1200 голов, я так понимаю, это будет первая карусель. Ну, кто занимается селом, знает, что такое карусель, да, на молочной ферме. Это там другие профессии нужны. Там нет доярок уже на карусели, понимаете? Там уже совсем другие навыки нужны. Поэтому, может быть, село. Вот мы смотрим про лен, может быть, что-то производство льна.